Ты тиран, Эббис! Думаешь, сможешь продолжать так вечно? Весь мир против тебя! Тебе есть чем разобраться, чертов трус! Вам, букашкам, никогда не выиграть! Ты безумец! Как и думал. Пусть будет вам уроком. Мои дети. Они позабыли меня. Валери. Валери. А? Что такое, сын? Я переживаю. Из-за чего? Наш отец. Я даже не знаю, жив ли он. Думаешь, мы тренировались зазря? Сэн, сейчас уже поздно сомневаться. Он может быть мертв. Наверное, уже стал пешкой Эббиса. Мы его не найдем. Сэн, послушай, я верю, что наш отец жив. Нам нужно одолеть Эббиса, потому что так мы поможем всем и совершим благое дело. Ты со мной, Сэн? Ага. Помни, у нас лишь одна попытка. Ошибемся в операции хоть раз, и, скорее всего, мы уже не вернемся сюда живыми. Ладно. Прости, что нес этот бред. Я буду сражаться, чтобы помочь всем. Узнаю своего сына. Давай немного отдохнем. Насколько далеко крепость Эббиса, Хончо? Его крепость должна быть сотни лиг отсюда. Надеюсь, я все верно рассчитал. Я верю в нас! Поспешим! Стойте! Подождите меня! Ну вот и он. Наш шанс остановить Эббиса. Надеюсь, вы готовы. Быть может, мы уже не вернемся на Саблезуб. Я уверена, мы его остановим. Отличный настрой, Валери. Этот туман очень плотный. Как мы вообще собираемся ориентироваться? Итер. Уже работаю.
Ну, вот так и собираемся. Неплохо вышло. Разве мы не отрабатывали его вместе? Полезная штука, но только в таких ситуациях. Надеюсь, ты припрятал парочку тузов в рукаве для Эбиса. Итак, продолжим. Смотрите в оба.